Стоит еще показать, что у нас в Бресте есть вот такой магазин с аниме всякими персонажами. Всякие разные. С атрибутикой. А Винкс стал аниме? Не обязательно. Нет. Винкс? А, нет, просто Винкс – это американское производство, да. Поэтому это не аниме. Что мы потом приделали еще? Примерно. Алло, вот тут половина стоит из Геншин Импакта. Допустим, а вот это не значки разные. Не аниме, потому что его не в Японии снимают. Ну, вот и все. Очень интересно для фаната. Даже не знаю, что говорить. Смотрите, кому это интересно, потому что я в этом не понимаю. Тех героев не знаю. Я знаю только Sailor Moon. И все. А вот этих уже нет. Что, кому интересно, такой магазин у нас есть. Классный. Интересный магазин. Всяких интересных еще таких штук. Сейчас я посмотрю, может, что-нибудь выберу. Прикольно. Всегда спрашивают, я ничего не понимаю в этом. Классный магазин, смотрите, даже какие есть жвачки здесь. Вообще. И здесь сколько всего. И вот такая штука. Все, пойду я дальше. Очень интересно. Вот он.
как выглядит. Все, пойду дальше.